внимание. Поступили жалобы на 1050. Нарушитель двигался на восток. Всем экипажам, не занятым на срочных вызовах, направиться туда. Нарушитель на желтом корвете. Вызов принял. Сообщите номер дела, высылаем ФМС. Возможно, она связана с этим случаем. Достаточно. Чего у тебя не слава, Зэбби?
долго будут судачить. Это мои знакомые. Я перед ними зайду. Осторожнее, он справа. Превышение скорости. Нарушитель ехал на юг. Нужны свободные экипажи. Thank you.
первом месте. Экипажи. Серия жалоб. Неосторожное вождение. Нарушитель двигался на юг. Нужны свободные экипажи. Подробности. Это... К сожалению, приметы точно неизвестны. Ждите. Направляюсь к вам. Дождетесь или народу уже достаточно? Да, ты на высоте. Ну и теперь гроза дорог. Дело.
Костя, ты второй! Неосторожное вождение. Нарушитель следовал на запад. Кто находится в районе, ответьте. Какая сводка на сегодня? Нарушитель на желтом корвете. Да, сейчас проверим. 10-6. Не тормози, осталось немного. Круто, легавые. Приметы совпадают. Победа! Копы там или нет, но это победа! Эй, я уведу от тебя часть копов. Место ДТП. Приметы нарушителя. Он помял мою машину. Да, принято. Выполняйте. Одна машина не может продолжать гонку. Внимание, прошу поддержки. Самому мне с ним не справиться. Принято. Право 3-1. Подкрепление уже выехало. Внимание всем. Статус погони 2. Потери контакта, код 6, ехал на запад. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы отцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Вас поняла диспетчер. Это Сьерра-1. Иду на помощь. Код 3. 2-4. Нашли свидетеля. Он утверждает, что видел объект довольно далеко отсюда. Предлагаю расширить район поиска. Отбой погони. Всем продолжать патрулирование. Начинается.
познакомиться с победителями. Расходимся. Чао. Сам он не остановится, надо ему помочь. Применяю 1059. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Объект найден. Код 3. Внимание! Поступила информация, что код 6 ехал на север. Начинаем отцепление района. Передаю вызов на пост 2. Это прямо 2-2. Стоим в 10.43 между вами и указанным квадратом. Ждем указаний. 19. Сообщите последние данные. Новостей нет, оповестите соседние районы. Вижу объект, начинаю базарю. 10-25, у меня авария. Объект я потерял совсем недавно. Возможно, он отвернулся в сторону. Свидетель сообщает, что объект ехал на юг. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Диспетчер, вас понял, это Чарли 3. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Внимание всем! Объект замечен с запада от вас. Меняйте район поиска.